Правительство Ирана вынесло смертный приговор прославленному футболисту азербайджанского происхождения Али Даи за его участие в акциях протеста. Пятидесятитрёхлетний игрок-ветеран Али Даи, легендарный футболист, забивший наибольшее количество голов в истории Ирана, теперь находится в расстрельном списке, в который входят 15 тысяч человек. По сообщениям СМИ, участие Али в беспорядках в провинции Саккез в октябре вызвало гнев правительства. Отметим, что накануне парламент Ирана призвал суды вынести смертные приговоры людям, арестованным за участие в протестах. Иранские депутаты почти единогласно приняли соответствующую резолюцию, которая преследует цель якобы преподать участникам оппозиционных манифестаций жесткий урок. При этом за время протеста в Иране задержано около 14-15 тысяч человек. Али Даи родился в Ардебиле в 1969 году. Футбольную карьеру Али начал в 14 лет в местном клубе, а в 1998 году присоединился к именитому мюнхенскому клубу Баварии. В его составе Али стал чемпионом Германии, взял кубок немецкой лиги и дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА. За этот блестящий сезон Даи был признан лучшим футболистом Азии 1999 года. Даи покинул сборную Ирана после Кубка мира 2006 года в Германии и в 2007 году завершил карьеру. Однако в течение 17 лет, с 2004 по 2021 год, был лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира, забив 109 голов в 149 матчах. Рекорд Али Даи в прошлом году побил только Криштиану Роналду.